Всем привет! Как-то меня спрашивали на канале, а как поживает ваша детка орхидея дикий кот? Вот на вашем экране моя детка, возрожденная из пепла. Я думала, ничего не будет толкового из этого пня, но все-таки орхидея решила продолжить свою жизнь. Как я ухаживаю за этой деткой? Ну, наверное, один раз я ее подкармливала удобрением комплексным. А сейчас, когда жарко, я ничем ее не подкармливаю. Единственное, раз в 10 дней поливаю из душа. Сегодня решила запечатлеть именно эту орхидею для того, чтобы когда-то, может быть, вспомнить и сравнить с тем, что из нее будет. Орхидею отдаю соседке. Она любит выращивать маленьких деток. Ну, а эту детку выращивать не составит особого труда, потому что у нее уже растут корешки. Не заметишь, как орхидея может и зацвести. Дикий кот на все что угодно способен. Это такая затейная орхидея. Ну вот и все, что я хотела вам показать и рассказать. Но главное хочу сказать, ждите своих деток, они обязательно появятся. Всем всего доброго, всем пока-пока.